Опять же, пройдусь, просто нагрею припой, чтобы он опустился ниже, и все. Ну вот, здесь, короче, вот такой вот хаос на данный момент получился. Взял я один из стабилизаторов и вот запаял до вот тех вот трех штриков, что остались из комплекта. Как раз нашел им применение. Вот. И здесь вот сделал такую небольшую схемку. То есть здесь есть керамический конденсатор. Вот там он есть. По выходу стоит прямо около самого стабилизатора. И керамический на 0,1 микрофарада. Ну, в общем, стандартно. И, кстати, здесь вот тоже стоят два керамических конденсатора. Вот такой вот модуль. Я оставлю ссылку на него в описании под этим видео. Если вы не хотите, ну, вот так вот заморачиваться, как я, покупать вот целые кассеты, или как они там называются, ленты, и что-то там делать. Сам модуль запаял вот так. Фокус. Вот так, короче, запаял.